Я очень добрый и мягкий человек. А поэтому прощаю батарее полчаса опоздания. Разрешите, товарищ полковник. Все, комбат. В бою минуты не прощу. Не партия! А банда гнусных подонков общества кто? Командир! Немецкий главный штаб! Николай Ильич, обеспечьте круглосуточное наблюдение за дачей Дроздовских. Ясно. И сбрейте бороду, пора уже. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями.